Когда я думал, что учусь жить, я учился умирать. Гений, человек столь многих талантов, редкость даже для эпохи Высокого Возрождения, один из величайших художников, уникальные, узнаваемые картины, написанные с величайшим мастерством, притягательные, загадочные, они всегда будут вызывать интерес от ценителей искусства до историков и ученых. Все созданные им портреты выполнены с потрясающей анатомической точностью. Мимолетная эмоция, случайно мелькнувшая мысль, слегка оживляющее лицо, легкая улыбка, намеренная неясность очертаний и мягкость форм рождают у зрителя самые разные мысли и эмоции. Невозможно понять, о чем думают и что чувствуют его героини, но несомненно, что их лица отражают глубокую внутреннюю жизнь.